Так, привет-привет! Вы на канале Наталья Life Lock and Travel. Сегодня у нас 18 декабря, пятница, последний день нашего отпуска. И мы с Домиником вам сегодня снимаем обзорчик гостиницы Valle Taurito. Покажу, что есть у нас на завтраке. Продезинфицировали ручки. Приветик. Не хочешь ручки продезинфицировать? С едой напряг в этом году. Да. Перчаточки такие одноразовые. Сейчас покажу, что есть. Что у нас тут есть? Яички, шмеечки, фруктики. Не огурцов, не помидоров, нет? Водочка. В общем, очень скудный завтрак и обед, и ужин, наверное, из-за пандемии. Йогуртов чуть-чуть, колбаски, фруктики. В общем, не густо. Так, с хлебушком тоже не густо. И выпечки вообще много. Ну, еда как бы вкусная, но очень маленький выбор. И на обед, и на ужин тоже. Что, мы позавтракали? В общем, и завтрак, и ужин, и обед – очень ограниченный выбор. Еда, в принципе, неплохая, но так они делают каждый день на ужин. То мексиканская, то итальянская, то еще какая-то. Конечно, можно рыба, мясо всегда можно выбрать. Ну так, я, конечно, недовольна, как любитель повеселиться и особенно пожрать. Для меня очень маленький выбор. Сейчас пойду вам засниму нашу гостишечку быстренько. Время утра. И будем собирать чемоданчики. Завтра улетаем. Гостиница у нас 4 звезды. Не очень большая, кстати. Везде стоят такие гели для рук. Ресепшн такой не очень большой. Стоечка. Такой водопадик. Зеркальце огромное. Так, на лифте мы не поедем, потому что Доминик у нас на лифтах не ездит. Поэтому мы взяли себе номер на первом этаже. Так, лесенка разделена на две части. Одна часть для тех, кто спускается, вторая для тех, кто поднимается. Так, на первом этаже у нас находится буфет. Там у нас... Пойдем туда, пойдем со мной. Там у нас и завтрак, и обед, и ужин. Здесь у нас доска развлечений. Небольшое шоу идет несколько раз в день, ой, несколько раз в неделю. Детское диско, потом какие-то викторины, аппаратики, игрушки. Наш любимый аппарат с конфетками, в который мы садили, наверное, 30 евро. Борьба идет за эти мячики-попрыгунчики. Да, так. Здесь у нас такой зал, он пока закрыт. Потом. Здесь у нас зал, здесь идет шоу, бильярдный стол. Так, выходим на террасу первого этажа. Вид с террасы на аквапарк, на соседние гостиницы. По террасе можно пройти в ресторан. Вот он наш первый этаж. Здесь у нас находится пул-бар. В нем можно брать попить. Какие-то еда, бутерброды, гамбургеры, хот-доги, фрукты, мороженое. Сейчас он закрыт, потому что время 9, открывается в 10.
А вот она наша, а вот наш бассейн. Лежаков свободных очень много. Там такое джакузи небольшое. Бассейн тоже сейчас закрыт. Все перекрывают такими цепями. Открывают только в 10. Везде стоит спирт такой для рук. У лифтов, в туалетах, везде. Гостиницу намывают просто постоянно. Если кто лежит на лежаках и уходит, то тогда сразу подбегают с химией и все брызгают, брызгают, брызгают. Так, а вот здесь у нас идет 10 номеров с выходом в бассейн. Очень удобно. Можно не одевать маску. И сразу выходить к бассейну. Если жить наверху, то маску надо одевать. И идти к бассейну. Так, здесь вот вторая часть. Она вообще практически все время пустая. Ты где, Доминик? А, ты зашел? И вот такой вот еще здесь совсем малюсенький бассейн. Для бэбисов. А здесь сейчас попозже включат водопад. Сейчас включат, я покажу. Там обычно собирают детей поиграть в теннис, пострелять и еще какую-то ерунду делать. Так, в бассейнах нельзя использовать ни матрасы, ни водяные пистолеты. Я ходила в ресепшн ругаться и выбила себе водяные пистолеты в маленьком бассейне. Так что вот такой вот небольшой вам обзорчик. Попозже еще сниму нашу комнату. Половина номеров пустых здесь. Наш номер 108. То есть раз вышел и сразу в бассейн. Такая вот терраска. Вход в номер только с террасы. Столик. Сейчас покажу комнату. Так, обзорчик нашей комнаты. Две кроватки у нас такие. И Доминик, который мешается постоянно. Телевизор, столик, шкафчик и душ с туалетом. Душевая кабиночка. В общем, простой, стандартный двойной номер. Ну вот такой небольшой обзорчик гостиницы Валле Таурито. Еще, наверное, сниму завтра видео в самолете, расскажу вообще наш опыт нашего отпуска на Гран-Канарии. Так что хорошо мы отдохнули, набрали сил, витаминчика D. На этом все. Пока-пока. Спасибо, что были с нами.